после паузы, то вышли неплохо и собрались в полным составом и уже вот показали хорошую игру. 1-0, немало забили. Ну, такая всегда после паузы первая игра всегда напряжная. Вот, так и получилось. Да и команда соперника показала себя дисциплинированно в защите. И много моментов не забили, но ничего. Дальше, думаю, что будет все хорошо. У вас сегодня было 17 игроков. Вы успели все поиграть? Ну, кто успел побольше, кто поменьше, но мы одна команда, никто не обижается, все играют, всех достаточно игрового времени. Ничего, будем как-то менять друг друга и уже посмотрим, как будет по дальнейшему. И футзал, и мини-футбол, не сложно переходить с одного покрытия на другого? Ну, они же, эти спорты, они одинаковые, как практически можно сочетать и футзал, и футбол. Но все равно, иногда с большого футбола переходишь тяжело, когда на футзал это уже мини-футбол, они хотя бы сочетаются, и как-то легче уже. Все команды усилились. Какие прогнозы на второй круг? Нет, давать прогнозы как бы сложно, но посмотрим. Кто будет сильнейший, я думаю, тот и выиграет чемпионат. Посмотрим уже, как будет. События, которые на Украине, как-то на тебя влияют? Тяжело говорить об этом, честно. Это что происходит сейчас в мире, это очень-очень сложная ситуация. И обсуждать это, лезть в политику и спорт, это вообще несовместимо. Лучше в мире, во всем мире, это самое главное, что может быть.